Санаторий «Урал» – уникальная бальнеологическая здравница Челябинской области. Находится на берегу озера Подборное. Минеральные воды и целебные грязи, сокровища здравницы, впервые упоминаются еще в документах 17 века. Санаторий «Урал» предлагает процедуры грязелечения, рекомендованные людям с болезнями костно-мышечной системы, органов пищеварения, нервной системы, мочеполовой сферы, кожи и органов дыхания. Грязь обладает антибактериальным, противовоспалительным и противоаллергическим эффектом, укрепляет иммунитет, обезболивает и способствует регенерации тканей. Ее целебные свойства формировались сотни миллионов лет, еще до динозавров, в палеозойскую эру. Водоем – наследник древнего Уральского моря. Длительные изменения органических веществ из живых организмов и водорослей сформировали слой донных отложений, богатых минералами и органическими веществами со сложным составом. Грязь содержит биологические стимуляторы, сульфид железа, сероводород, углекислоты, ферменты и гормоны, благотворно влияющие на человеческий организм. Лечебная грязь в санатории «Урал» используется однократно. Добывается в больших количествах в теплое время года при помощи спецтехники. Черное золото Подборного доставляют в хранилище, которое может принять до 400 тонн сапропеля. Здесь грязь хранится в 10 бетонных емкостях под слоем рапы. Из-за высокого содержания щелочей грязь не нуждается в предварительной обработке. Перед использованием состав нагревают в реакторе до 45 градусов и подают в грязелечебницу. Температура грязи во время процедуры варьируется от 38 до 44 градусов. В санатории грязелечение назначают в виде аппликаций, грязеразводных ванн, а также используют методики местного воздействия. Целебные свойства грязи научно доказаны. В санатории продолжается изучение влияния природных лечебных факторов на организм человека. Ежегодно курс грязелечения в санатории проходит свыше 6 тысяч человек. По словам специалистов, после комплексного лечения у пациентов снижаются рецидивы хронических заболеваний, укрепляется здоровье, улучшается иммунитет и устойчивость к стрессу. Завершить курс грязелечения можно в домашних условиях. Для этого используется крем-маска на основе лечебных грязей и рапы озера Подборного. Сегодня санаторий «Урал» — современный многопрофильный центр здоровья с богатой историей, где любой сможет найти отдых по душе. Санаторий «Урал» — место силы.